Всем привет, портал Инсургент, третий день на Music Mess Russia, и с нами Энн Гриндерс, вокалистка группы La Scala. Да, всем привет, я Аня Грин, вокалистка группы La Scala, и мы сейчас слушаем Мумий-тролль на музыкальной выставке в Сокольниках. Как вам вообще сегодня выставка? Нормально, нормально, хорошо, бодро. У вас сегодня должно быть выступление. Что будете играть? Как это будет вообще выглядеть? Будем играть известные хиты Beatles, как всегда. Ну, я, да, видел уже, что это будет акустика. Но почему опять акустика? Ну, вообще было бы странно играть электричество, когда у нас нет сейчас с нами наши барабанщицы и нашего басиста, они болеют. Вы не полным составом. Мы сегодня, у нас такой прямо золотой состав Виагры. Нет, или Аббы. Одна половина Аббы болеет, другая половина Аббы сегодня здесь. Вообще, а что хотите от этой выставки получить, что уже получили? Хочу бесплатные наушники 64-е. Так это в 3 часа было уже. Было, не получила. Хочу стать эндорсером вот всего того, что я сегодня видела. И хочу прикольный гитарный этот ремешок. На гитаре не играю, но просто чтобы был. А в плане группы какие-то новинки, может быть, будут в ближайшее время? Нет. Ну как так нет? Ну нет. А концерты, что-то еще? Группа не концертирует до весны 2018 года. А чем это связано? Это связано с тем, что мы сейчас находимся в небольшом творческом отпуске и вот решили пока не концертировать. А может быть, хоть что-то хотите пожелать своим слушателям, что-то хотите от них? Я им всегда желаю много читать, слушать много вообще разной, абсолютно разной музыки и посещать всякие музыкальные движухи, но они-то и так знают. А сами, может быть, что-то сейчас особенное такое услышали из новых групп или что-то из старого там для себя открыли? Не-не, открыла, что Владивосток 2000 звучит круто на виниле, например. Так, ну и последнее какое-нибудь пожелание нашим зрителям, вашим слушателям. Слушайте «Владивосток 2000» на виниле, друзья. Все, спасибо большое.